Так, всем привет, ребят. У нас 19-я фирма. Карта. Красный Октябрьский. Карта не маленькая. Такая обойдет. Очень много участков. Нужно самому разделывать. Есть некоторые поля, которые уже чем-то посеяны. Две базы имеются. Два карьера есть. Точки продажи разные имеются. У нас потом есть завод масла, потом пилорама есть, это старая лесопилочка, мукомольный завод имеется, ребят, мясокомбинат, сахарный завод есть, хлебозавод есть, ребят. Ну, есть чем тут, как говорится, продажа тюков, станция погрузки, много чего. Песок тут, кстати, вот по поводу песка. Песок тут стоит более-менее 1400. Карьеры себе купил, но хочу, ребят, тут немножко, кажется, для разнообразия, для канала, для видео. Вот у нас, ребят, имеется вот такой маленький кусочек земли, потому что больше я не мог купить. Тут цены, вот, допустим, нажимаешь, вот, 3 лимона, 3 лимона, 6 лимонов, вот четвертое, лимон 300 стоит, видите? Вот четвертый участок, самый такой маленький. Ну, короче, тут, а вот, допустим, 13 участок стоит лимон 400, у нас только лимон 200. Вот я себе купил вот такой маленький участок, там около 9-10 гектар для начала. У нас база аж вот здесь имеется. Вот этот хотел купить овощу базу, но она покупается со всей этой байдой. Она, пока я себе не буду брать, она не нужна. У нас вот имеется вот. Вот у нас получается. Ребят, сохранится. Вот у нас тут есть. Сейчас покажу. Это у нас зерноток и протравитель имеется, чтобы семена сеять с протравителем. Так, у нас имеется один трактор пока есть. Вот такой у нас кировец, ребят, трехосный. Лужочек уже прикупленный, потому что у нас там, там растет трава, я решил ее вспахать, чтобы уже, как говорится, поле было такое. Туда нужно будет еще внести известь. Ну, пока если у нас деньги есть, шиковать не будем, потихоньку, постепенно будем это. Сначала это, потом займемся вывозком песка. Она будет доставить туда, ребят. Нам будем или погрузчиком грузить, или лентой, не знаю, посмотрим. Ну, это все. Для начала, ребят, сейчас мы доезжаем до поля, пробуем попахать. Решил, если вам эти серии зайдут, ну, будет, ребят, продолжение еще раз. Ребят, ну что, поехали. Лазим в кировец, сейчас прогреем его. Так, ну такой для, потом если это, то будем другую технику, будем это, так, все, его погнали. Короче, мы тут недалеко до нашего поля. Тут почти все заводы в одном месте. Карта такая, типа, как на Мородовка, но полегче, не так грузит. Так. Ну, не нагружает, имею в виду, компьютер. Есть и лес потихоньку, все там много чего есть. Да, это моща, ребят. Около 5 метров захват у этого луга, как раз 300 с чем-то лошадей у нас как раз таки имеется. Доедем, покажу вам свои владения. Там около, не помню, да, около 9 гектар вроде бы там и поле. Ну вот, вот тут у нас вот наш кусочек земли, хотя можно его и поболее. Ну вот получается, сейчас вам покажу. Вот у нас поле. Вот трава растет, по-моему, ее это будет 19-12 гектар. Ну, мы можем начать пахать где-то примерно отсюда. Немножко увеличить участок наш.
Нас сейчас тут здоровую на чудово. Можем сейчас попробуем, короче, ребят. Немножко, кажется, обойти хотя бы контуры. Чтобы у нас поле было немного побольше. Сейчас мы так сделаем, наверное, ребят. Так. Ну тут, кажется, ребят, целина. Я думал, так как раз будет нормально. Ну и поехали. Сейчас, ребят, смотрите. У меня да, немножко. Так. Громкость техники. Будем вот так вот делать. Немножко расширим наше поле. А поле будет, конечно, ровное. Ну, ничего. То будет наше. Вот. Так, ну что, я, блядь, поехал сейчас. Этот потом уже как-нибудь сделаем, ребят. Сейчас, подождите, ребят, одна минутка. Так. Поехали. Все, ребят, погнал я. Как обойдем, ребят, увидимся. Так, ну что ж, ребят, трактор запустил я, короче, по курсплею, и работает. Немножко тут я поле оббил, получилось нам, ну, курсплей не хочет все захвачивать. Сейчас у нас пошел работать работничек, и работает, он у нас будет так пахать по кругу. Мы сейчас еще возьмем один трактор и будем доделывать островки, эти все, что у нас тут поставалось, все вот эти островки, все это. Тут у нас еще будет что доделывать, потому что поле оно 9 гектар, а еще тут я добавил немного. Короче, ребят, он пошел. Будет пахать так, а нам нужно будет доделывать так. Я его выставил по курсплею, хай работает. Ну, мы возьмем другой сейчас трактор. Прыгнем, короче, ребят, в магазин. Так, магазинчик прыгнем. Сейчас. И купим себе еще один. Тоже возьмем. Большой трактор. Финансы позволяют, тут маленькими делать нечего. Так. Сейчас. Есть вот такой. Конечно, этот тоже хороший аппарат. Но он 800 лошадей тут. Это капец. Ну, можно ибу, конечно, взять. Давайте мы вот возьмем на дизайн. На гусле можно взять даже. Вот так, как раз будет нормально. Вот такой сейчас купим аппарат за 398 тысяч. Гулять так и гулять. Он нам пригодится. Покупаем. Так. Купить. Так, и нам нужен тоже хороший типа плуг. Так, у нас тут самый мощный. Это у нас тут. Это маленькие. Придется брать, наверное, вот этот, наверное, под 500 лошадей, 10,5 метра. Вот этот берем, наверное, мы аппарат. Вот этот, давайте, тоже. Он стоит 130 тысяч. Тоже купляем. В будущем нам пригодится, ребят. Ну что, давайте отгоним наш аппарат на поле и немного поработаем. Вот на таком монстре. Так. Дверька закрывается. И тут, конечно, все по феншую.
Поехали. Как на таком аппарате это само то ездить. Ух ты, везет. Да и бегает прилично. Ух ты, ну блин, немножко застряли. Подождите, ребят, застряли мы немного, блин, надо помощь зала. Поехали. Ух, полетели, поехали. Это у нас 10-метровый захват как раз для таких полей, блин, само то. О, паровоз поехал. Так. Давайте разложим. Так. Да, конечно, с таким. Поперли, ребят. Сейчас будем, ребят, помогать этому. Так. Да, конечно, мощало идет, но идет, ребят. Ух ты, блин, где его помешал? Да. Да, ребят, тут, конечно, с таким плугом тут сильно не разгонишься. Ну, как раз наш опец работает.
Поднимаем. Вот это нам еще надо прибрать. Эти островки сейчас добить. Даем так. Ну что, ребят, поехал я дальше работать. Увидимся, ребят, уже когда немного заделаем это все, ребят. Поехал я. Что, ребят, решил, ребят, я немножко помочь нашему. Мы доделали все там, прошли все края, все заделали, все нормально. Сейчас немного будем помогать. Это поле потом, ребят, я за кадром доделаю. У нас будет где подготовлено. В следующей серии будем делать онлайн. Главное, чтобы эта серия вам зашла. Ребят. Дисплей вроде работает. Только правда он не все поле увидел, увидел именно границы поля, а то, что я расширил, он не видел. По кругу ездит где-то, кругов 6 он должен сделать через сколько, а потом будет уже так ездить. У нас захват побольше, чем у него. У него 4,7, а у нас 10,5 метров захват. Мощи хватает, у этого трактора 800 лошадей. А плюс на 550 как раз нормально. Что ж, ребят, мы целину, как говорится. Распахнули. Такие, ну, еще в планах. Еще может быть штуки 3-4 трактора, мы уже посмотрим, как оно будет идти. Пока у нас поля немного, но вообще главное тут. Посеять буду, не знаю, что пишите в комментариях, что посеять. Ребят, не стесняйтесь, пишите. Будем пробовать. Ну что, пошел я, ребят, работать. Давайте над этой серии, ребят, наберем. Хотя бы. Ну так, символически для моего канала. Это 10 лайков. И выходит, ребят, вторая серия. Так, ребят, не забывайте залетать на стримчики. Мы играем с ребятами на свапе. Может бывать интересно, и стримы по рыбалке есть, и еще другие, ребят, забываем. А на этом все. Всем удачи, всем хорошего дня. Не забываем про лайки. Всем пока. С вами был Мира, удачи и следующих встреч. Увидимся.